Здорово, народ, тут пришли обновления на камеру. Камера UI 4K плюс. Что они предлагают? Оптимизировали стабилизацию. Более широкая картинка. Оптимизировали эффекты картинки. Не знаю, что за эффект, надо посмотреть. Улучшили насыщенность. В темное время суток получается свет более насыщенный тоже. Картинка больше не отдает зеленый в дневной цвет и не слишком делает желтый в полусумрачное время. Но сейчас посмотрим, сейчас загрузится и потом проверим, что у нас получилось с картинками, с фотографиями. Хотя примеров нету. Connect to camera. Так. Подключаемся. Это мой космос, а мне нужна камера. Мне нужна камера. Сейчас подключимся к моей камере. Так. Есть подключение. Так, сейчас получается идет обновление. Желательно делать, чтобы у вас батарея была. У меня 18% всего. Но зато я подключен к пауэрбанку. И пока еще есть зарядка. Поэтому точно не обломаюсь. Надо подождать. Идет обновление системы. Показать вам сейчас этого не могу. Идет обновление на камере. И все, обновление завершено. Так, ну-ка, давай, камера включилась. Так, да, 1.4.12 обновление. На камере показалось, что все обновлено. Здесь Back Home. Подключаемся к камере. Подключаемся к камере. И сейчас мы увидим сами себя. Что у нас тут есть? Более широкая картинка. Как мы можем узнать? Задержка, ну как всегда небольшая задержка, но это фигня. Ладно, будем тестировать камеру позже. Это был небольшой обзорчик, как это пришли новые обновления на камеру UI 4K плюс. Не пропустите их.